Правда, похоже на Петергоф. В Сингапуре был тропический ливень. Переполнились водохранилища пирса. И из центральных водохранилищ в середине острова пошел слив воды в реку Каланг, которая дальше уже впадает в Марина Бэй в районе Marina Bay Sands Hotel и Gardens by the Bay. Вот отсюда вот эта вода потечет сейчас к заливу. Потрясающе выглядит. За все почти два года в Сингапуре я впервые это вижу. Дождь был действительно сильный. Очень сильно напоминает Петергоф, фонтан-каскад.